Родительский долг заключается не только в том, чтобы научить ребенка, поставить его на ноги, дать ему путевку в жизнь, как теперь говорят. Но долг родителей в первую очередь заключается в том, чтобы своим примером повлиять таким образом на душу, на разум подрастающего человека, чтобы он действительно мог найти путь к спасению и пойти по этому пути. Пример святых Кирилла и Марии является очень важным для современных родителей. Очень часто, не справляясь с влиянием окружающей среды на ребенка, родители, которые первоначально даже с усердием вкладывали большие силы в его воспитание, увидев, что вдруг внешняя среда оказывает большее влияние, чем они, как бы отступаются от ребенка. И он становится действительно легкой добычей тех темных сил, которые влияют, воздействуют разрушительно на душу молодого человека. Пример родителей святаго преподобного Сергия Радонежского должен каждого родителя сегодня убедить в важности воспитания своих детей, в важности и необходимости никогда и ни при каких обстоятельствах не снимать руку с плуга, которым возделывается душа молодого человека. Дай Бог, чтобы современные родители, особенно люди православные, верующие, благочестивые, никогда бы не отступались и не сдавали своих родительских позиций. Никогда бы, не махнув рукой, не сказали бы: ну что ж я могу поделать. Но чтобы пример святых Кирилла и Марии помогал им до конца бороться за души их чад и никогда не отказываться от той огромной ответственности, которую они сами добровольно приняли, став родителями новой жизни. И да поможет Господь родителям, да поможет Господь многим и многим, кто желает вступить в брак, создать семью, вразумиться примером святых преподобных Кирилла и Марии и принести великий плод своего жизненного выбора в виде детей, получивших достойное образование и воспитавшихся в вере и в благочестии и в чистоте. Аминь.